Добрый день. Сейчас мы сделаем пакет трейсер 13.1.10. Итак, давайте начнем. Здесь у нас настройка wireless роутера, и нам нужно будет подключить все эти устройства. Для начала мы делаем вот что. Берем connections и подключаем admin host Ethernet к VR любой порт. Так, сейчас я закреплю сверху, чтобы она не пропадала. Все. Подключили admin to VR, и теперь заходим admin. Нажимаем десктоп, можно увеличить немного. Все равно почти топологи не нужны. Так, закреплю сверху. Нажимаем веб-браузер. Это мы все с админа делаем. И заходим по IP. Так, Gigabit Ethernet 0.1. Нажимаем вперед, чтобы у нас все сошлось. Нам нужно сначала IP configuration и нажать DHCP. Сейчас у нас получится все. IP получил компьютер. Теперь заходим в веб-браузер. Вводим тут 192.168.0.1. Go. Admin. И admin. Окей. Готово. Все, мы зашли в настройку роутера. Сейчас мы его настроим. Не увеличу сейчас. Черт, все вот так вот. Итак, что нам нужно настроить? Ставим здесь static IP и вручную устанавливаем вот эти вот IP. Лучше вот так вот это делать, потому что копировать не получится. 209, 165, 200, 225. Ой, 252. Вот. Все отсюда перевожу. Так, дефолт gateway. 209, 165, 200, 226. Готово. И DNS-сервер 209.165.201.1. Все. И внизу нажимаем Save Settings. Вот тут вот, Save Settings. Сейчас у нас сохранится все. А, уже сохранилось. Сейчас у нас Request Timeout. Это потому, что у нас сбился IP. Снова заходим в admin, так, desktop, закрываем это. IP configuration, static, DHCP. Сейчас он переподключится к снова DHCP, снова IP, все. И теперь мы снова сможем зайти сюда. Go, admin, admin. Окей, все, вот. Теперь мы снова подключились, все настроили. Так, дальше. Что мы дальше делаем? Это мы настроили, да? Wireless settings. Вот, заходим в wireless. Так, настраиваем только вот этот вот. Что мы здесь делаем? Так, стоп. Это нам говорится опять зайти. Basic Wireless Settings. Так. Egg Company. Вот, вот этот вот нужно ввести. Network Name. Egg Company. Так, здесь выбираем 6-200 и Enabled. И внизу Save Settings. Save Settings. Ждем, пока все сохранится. Наверное, сохранилось. Надеюсь. Так, Save Settings нажали. Теперь Wireless Security нажимаем. Так, только для этого настраиваем. В WPA2 Personal ставим. И пароль у нас Cisco 123, восклицательный знак. Восклицательный знак. Вот, вот, еще. Так, WPA Personal. И вниз опять сохраняем Save Settings. Все, должно было сохраниться.
И теперь мы должны подключить клиентов. Давайте проверим, правильно ли мы все тут настроили. Assessment items. Так, admin правильно. VR. Default gateway. Password. DNS server IP. Так, нет, что-то тут неправильно мы настроили. Так. DHCP pool. А нам говорила DHCP pool настраивать? Сейчас проверим. Может, она просто дальше идет? Но в любом случае, какой-то пароль еще неправильно. Да, DHCP pool потом мы настроим. На него тогда не обращаем внимания. Так. Пароль. Incorrect. DNS server IP. Default gateway. Порт правильно. Wireless правильно. Пароль. Потом, ну ладно, сейчас проверим. Это точно не пароль Wi-Fi. Окей, пока что не трогаем тогда. Сейчас, ой, с чем-то закрыл. Возможно, там потом нужно будет пароль для самого этого. Да. Change admin password, только что видел. Where access password. Так, перед этим. Сначала нам нужно подключить все устройства. Так, для этого мы заходим в устройство, десктоп, ПК Wireless, Connect, Refresh, A-Company выбираем, Connect, пароль, Cisco 123, восклицательный знак, скопирую с восклицательным знаком сейчас, все, Connect, все, лэптоп 1 подключился, лэптоп 2 десктоп, ПК Wireless, Connect, Refresh, A-Company, Connect, пароль, Connect. Подключился. Так. Access Point еще нужно подключить. Сейчас посмотрим, как это делать. Так, open laptop 3, select desktop, tab, click ПК Wireless. Сейчас. Стоп, мне нужно было вот так вот подключить его сейчас. Сейчас подключим. Так, кабель берем. Порт 0. Допустим, 2. Так, AP. Сейчас fast forward. Все сходится. Config tab. Interface. Порт 1. Почему 1? Порт 0 можно настраивать. А, окей, 1. И тут выбираем WPA 2. PSK. И вводим пароль Cisco 123, восклицательный знак. Вот так вот. Готово. Правильно ведь? Вроде да. Окей, сейчас попробуем теперь лаптоп к нему подключить. Открываем десктоп. ПК Wireless, Connect, Refresh. И A-Company, Connect. И вводим пароль Connect. Не, оно напрямую к этой подключается. Сейчас check results. Assessment items. SSID у нас неправильно. Мы его не настроили, я про него забыл. Так, сейчас laptop 3. Ладно. Интерфейс порт 0. Порт 1, откройся. Вот, SSID тут дефолт, а мы его не настроили. Сейчас, какой там нужен был? Сейчас. Во, A-Company ставим. Такой же, как там. Понятно. Вот, A-Company копируем. А, черт. Все. Теперь заходим в лаптоп 3. Connect, Refresh.
Находим A-Company, вот этот, который, у которого сигнал лучше, а не вот A-Company с лучшим сигналом. И к нему подключаем с тем же паролем. Черт. Cisco 123, восклицательный знак. Connect. Все, видим, у нас теперь подключился к AP. Хорошо, дальше. Дальше нам нужно Change VR Access Password. Заходим обратно в админ пока. Сейчас. Админ. Да черт. Админ пока. Веб-браузер. 192.168.0.1. Подключаемся. Админ. Админ. Так. Здесь заходим в... Больше сейчас сделаю. Security, да? Не administration. Так, здесь management, да. Так, router password, вот он. И нам нужно поставить Cisco просто. Cisco. Cisco. Все. И снизу save нажать. Все. Нас снова просят ввести admin Cisco. Все. Continue. Готово. Так. И теперь нам нужно DHCP address range. Для этого заходим в setup. Basic setup. DHCP range. Находим. Вот этого добавить как DNS сервер. Вот, 51, меняем на, сейчас, роутер IP, 51 ставим. Сейчас. DHCP settings. Я путаюсь, секунду. Start IP адрес, вот. You will change internet address from... А, это я понял. Меняем DNS сервер, статик DNS 1. Ставим 209.165. Черт. 165.201.1. Все. Так, и Save Setting, говорит, нажать. Ну, видимо, мы все настроили. Сейчас попробуем. Угу, что-то еще не настроили. Мне казалось, нам нужно менять еще что-то. Check Results. Сейчас глянем. Assessment Items. Start IP адрес нужно поменять. Админ, админ. Опять меняет DHCP, секунду. IP configuration, static, DHCP. Так, веб-браузер. Девяносто два. Почему он не открывается? Давайте перезайдем request timeout. А, ну да, я же на 50 поменял. 51. Все. Go. Username admin, пароль Cisco. Enter. Так, basic setup. И здесь нужно start IP адрес 100. Вот так вот. И максимум 50. Все. Save settings.
И у нас 100 баллов. Все. Мы все наконец-то настроили. На этом все. Пока.